пусть n натуральное число. Рассмотрим иррациональные числа, у которых почти все, то есть имеется в виду все, кроме, может быть, конечного множества, элементы неполной частной акаты не превосходят n. Оказывается, если лямбда – это число, которое больше, чем корень из n квадрат плюс 4n, то неравенство альфа минус y разделить на x меньше, чем единица разделить на лямбда x квадрат, имеет лишь конечное множество решений. Ну, смотрите, во-первых, даже если это равно единица, то это будет корень из 5, корень из 5 больше 2, поэтому нас интересуют только подходящие дроби. Теперь задумаемся, какая самая большая величина, которая записывается, используя числа вот эти вот ашки от единицы до n. Понятно. Начать нужно, разумеется, с максимально возможного числа, то есть с числа n. После этого надо поставить наоборот самое маленькое, потом опять самое большое, потом опять самое маленькое и так далее. Давайте поймем, что это за величина. Ну, составили уравнение, решили. X это n плюс корень из n квадрат плюс 4n. А теперь смотрим, что такое у нас качество приближения лямбда ката. Если брать вот не с n, как здесь, а если брать с единицы, то понятно, что будет намного хуже, потому что здесь будет 1 с небольшим, ну а там будет, как положено всегда, единица делить на, и тоже будет величина небольшая. Значит, выгодно брать так. Ну, а при стремлении, когда здесь у нас будет все больше и больше, больше знаков, и, а здесь просто эта бесконечность строй идет, то у нас, собственно, и получается корень из n квадрат плюс 4n. Смотрите, вот это, очевидно, то самое x. А это число просто-напросто на n меньше, чем x. Да? То есть здесь написано n, то будет x. Значит, я x плюс x минус n. Это корень квадрат из n квадрат плюс 4n. Задача решена.